Феникс ОАК. Пора нам встретиться лично. Мой кабинет на втором этаже этого комплекса. Передовой центр исследований, разработки и производства использует новейшие технологии для создания прототипов любой техники, от роботов до оружия и космических систем связи. Передовой центр исследований, разработки и производства использует новейшие технологии для создания прототипов любой техники, от роботов до оружия и космических систем связи. Небезопасный уровень демонического присутствия. Начинается блокировка. Thank you.
демоническое присутствие ликвидировано. Ужасно смута. Достаточно кандидатов, и наша вера ничто без верующих. Мы не можем без них выполнить нашу работу. И над чем вы работаете, Оливия? Я несколько месяцев не видел ни одного отчета от вашей команды. Могу ли я быть уверенным, что вы сохраните трезвый рассудок и контроль над ситуацией? Конечно. Я верю в нашу работу. Но чтобы добиться успеха, нам придется пойти на еще большие жертвы. Это не прогресс, а безумие. Совет директоров понимает исключительный характер вашей работы. И мы понимаем, что эти жертвы необходимы для будущего цивилизации. Но ваши суждения больше не кажутся разумными.
Начинается блокировка.
Демоническое присутствие ликвидировано. Блокировка снята. Пусть обновление системы вас не тревожит. Это прототип нашего межпространственного силка. С его помощью я сумею вытащить вас из преисподней. Простите за встряску. Сами вы вряд ли стали бы устанавливать себе такое. Я доктор Сэмюэл Хайден. В моем кабинете есть припасы. Сюда, пожалуйста. Добро пожаловать, доктор Хайден. Берите любые нужные припасы. Разрушение Аргент Башни ужасает. Но я все же намерен помочь вам закрыть портал. Наша работа и знания об их мире берут начало в надписях на каменном артефакте, который мы добыли в аду на заре существования программы. Мы называем его спиральным камнем. Это наша самая оберегаемая ценность. Оливия была им одержима. С его помощью мы узнали, как манипулировать энергией ада. Обращать ее себе во благо, пользоваться их ресурсами. А еще он привел нас к вам. Спиральный камень показал нам, как обуздать силу колодца. Я думаю, он покажет вам и как его закрыть. Спиральный камень уже не первый год хранится в лаборатории «Лазарь» в кабинете Оливии. Попасть туда можно только на секретном лифте из особого исследовательского комплекса по ту сторону разлома. Кажется, вы любите оружие. Я уверен, там вы непременно найдете что-нибудь интересное. Служебный лифт в конце зала.